Всем привет из Петербурга, из Гиганпола. И не будем терять ни минуты, потому что сегодня у нас очень большая программа. Ну, очень разностильная программа на любой вкус и цвет, от классики до авангарда. И представляет ее творческая мастерская известного композитора Александра Морозова. С нами за вешние плуги, кто с нами? Кто с нами да к ясному солнцу? Кто с нами? Кто с нами? Кто с нами? Кто с нами да к ясному солнцу? Кто с нами? Я надеюсь, и вы будете с нами все эти полтора часа, потому что сейчас у нас начнется игра четверками. Игра четверками, в которой еще никто у нас не играл. Внимание, я объявляю начало первого раунда для исполнителей, которые выступают в легкой весовой категории. Итак, четыре исполнителя претендуют на звание лучшего исполнителя эстрадных песен Александра Морозова. И согласно жребию, первую песню представляет певица и актриса Ирина Шведова. Творческая мастерская Александра Морозова. Совсем остыла. Я вспоминаю все, что было, и повторяю вновь и вновь. Верни мне, Господи, любовь. Верни мне, Господи, любовь. Тебе все тянутся пути, прости.
Господи, прости. Ирина Шведова, творческая мастерская, композитор Александра Морозова. Мне известно, что вы актриса драматического театра. Вот скажите, пожалуйста, какую роль для вас играет музыка в песне? Несет ли она, ну, главную эмоциональную нагрузку или это вспомогательный фон? Эмоциональную нагрузку главную она несет. Но все-таки важнее в песне для меня слово. Сначала было слово. Закончила свое выступление Ирина Шведова, и на ринг выходит следующий представитель творческой мастерской Александра Морозова. Александр, песни, которые вы исполняете, они такие все жалостливые. То про чужую жену, то про чужого ребенка. Этот такой сладкозвучный имидж вам навязывают композиторы, или вы вызываете у них такую ассоциацию? Нет, никто мне ничего не навязывает. Спасибо за вопрос. Так распорядилась судьба, и я об этом сегодня впервые объявлю, что после песни «Здравствуй, чужая милая», да, мы встречаемся с Александром Сергеевичем Морозовым, с Александром Сашей Морозовым, и он мне предложил ряд песен, предложил записать сольную пластинку, и одна из песен называется «Сын». От меня далеко ты живешь, боль моя, мой самый первый сын. С кем сейчас по городу идешь? Может быть, один, совсем один. С кем сейчас по городу идешь? Может быть, один, совсем один. На меня походишь ты, на меня. Лишь глаза закрою я, в сердце боль. Ты сегодня мой сынок, это я. Это я совсем еще молодой. Сын мой мальчик, милый мой сынок, я хочу, чтоб были мы друзья. И поверь, что ты не одинок, если есть на этом свете я. И поверь, что ты не одинок, если есть на этом свете я. На меня походишь ты, на меня. Лишь глаза закрою я, в сердце боль. Ты сегодня мой сынок, это я. Это я совсем еще молодой. Это я совсем еще молодой. Это я совсем еще молодой. Итак, закончил свое выступление на музыкальном ринге Александр Солодуха. И сейчас я приглашаю к нам на музыкальный ринг дочку композитора Александра Морозова, Сашу Морозову. Много пролетело лет, только не забуду, нет. Вечер над рекой и тот костер. Разве позабыть смогу, как огонь в ту ночь плясал в кругу? Искры словно красных птиц выпускал. Дождь не зря хлестал вчера. Знаем мы осенним утром, больше никогда не смыслим.
тобою угли старого костра. Годы принесли с тех пор жаркий отпылал костер, жаркий ясный отплясал он на ветру. Что же над золой седой? Александра Морозова на музыкальном ринге. А как вы относитесь к тому, что вместо того, чтобы приложить все усилия к раскручиванию собственной дочери, Александра лелеет такую большую группу исполнителей? Ну, вы знаете, во-первых, раскручивает продюсер, наверное, да, все-таки. А папа, как вы знаете, у меня композитор. И его дело писать песни. То, что он и делает, собственно говоря, замечательные песни пишет. Вот, и я только хочу надеяться на то, что папа мне когда-нибудь подарит какой-нибудь хит. Да, пап? Спасибо! Браво, Сашенька, браво! Силы небесные, силы земные, но несогласимы между ними. Ла-ла-ла. Страсти недобрые вдруг разожглись, разными тропами мы разошлись. Спасибо. Игорь,
Ваш имидж настраивает публику, слушателей, на какую-то трагическую волну. Вы сила демоническая. А у Александра Морозова такие песни нежные, светлые, чистые. У вас нет творческого дискомфорта, несоответствия того, что вы делаете, и того, что от вас ожидают? Ну, я не знаю. Это, наверное, надо спросить у нашего прекрасного композитора. Сашенька, нет дискомфорта? Нормально пою твои песни? Нет, ну, у меня... Нравится? Песни хорошо вы поете, но отлично, у меня просто... Дрожь так... по телу. Вот это... Вот это как раз то, что и должно было быть. Да, это был сигнал к окончанию первого раунда, в котором прозвучали песни композитора Александра Морозова. И сейчас, уважаемые судители и зрители, вы должны нам сказать, в союзе с каким исполнителем ярче всего проявляется творческая индивидуальность композитора Александра Морозова? И посмотрите, посмотрите. Саша Морозова выиграла этот раунд. И с огромнейшим перевесом. Папа и дочка выиграли этот раунд. Но посмотрим, что же интересно будет во втором раунде, когда на ринге появится вторая четверка, выступающая в тяжелой весовой категории. Внимание, я объявляю начало второго раунда, в котором играют Ярослав Евдокимов, Бабье Лето, Аскольд и Николай Басков. Конечно, это была песня на стихи Николая Рубцовой. Вы много лет проработали в ансамбле Надежды Бабкиной. Наверное, вас не все там устраивало. И вот вы вырвались на свободу для того, чтобы попасть под влияние Александра Морозова. Не кажется ли вам, что вы поменяли шило на мыло? Что-то новое, и мы пошли по этому же пути. И самое главное, что мы тогда познакомились с Александром Морозовым, пели его песни, и теперь на новом витке мы соединились с ним и рады этому. Чувствовали нашу встречу. Спасибо.
лице мое светло. Этот ночной звезды, матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Лодка на речной дремлет на стене моей ивы кружевная. Думать о своей судьбе буду до ночной звезды. Лодку мастерить себе буду до ночной. Аскольд, Аскольд, творческая мастерская Александра. Спасибо. Морозова. Спасибо. Вы подавали большие надежды как вокалист и даже получили премию на фестивале «Славянский базар». Но затем вы неожиданно бросаете музыкальное училище и уходите в центр к Морозову. Не кажется ли вам, что ваш поезд как вокалист уже ушел? Или вы нашли свое призвание в аранжировке? Я думаю, что призвание человека, его невозможно потерять. Оно либо есть, либо его нет. И поэтому я до конца певец. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, вас очень прошу, послушайте внимательно эту песню, специально написанную для Ярослава Евдокимова. С легкой чьей-то руки покатились деньги, словно с горочки вниз покатились. Думал я на денек, вышла на долгий срок, я мы с тобою родна. Появились долги,
я весь в долгах, как шелка, размышляю. С горя выпью за жизнь, за прекрасную жизнь, а да еще за любовь, что быть может. Ко мне, но уже по весне, а пока вся тоска, а сердце гложет. Покатились деньги чьей-то легкой руки, жизнь торопится и она торопит. А куда, а куда убегают года, как весною вода. В команде налагает определенные границы на возможность самовыражения. Песни Морозова, такие как «Фантазер», такие как «За Дунаем», больше всего живут в моем репертуаре. Больше всего. Поэтому я считаю, что этот композитор мой, я думаю, что на долгие-долгие годы. Спасибо. За Дуна, 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 е! За Дунаем, за Дунаем, за Дунаем, среди виноград. Эх, за Дунаем, за Дунаем, Дунаем, эх, за Дунаем, среди виноград. Ничего себе, ничего себе. И на ринг выходит тенор, которого сравнивают с самим Карузо. И теперь не только в Европе и Америке, но и у нас в России. Николай Басков вновь на музыкальном ринге. И уже как исполнитель романса Александра Морозова. На нем о жизни пара горьких строк, а между ними где-то вы и я, и у любви такой короткий срок. Я не смогу вас удивить ничем, скрывать любовь. Я прочь отбросил от себя покой. Боль, что на сердце у меня в глазах, когда вас нет, когда вы не со мной. Проходят дни, но мне не веселей. Хочу я вас нежнее и сильней, я продолжаю только вас, я продолжаю только вас любить.
слушатели весь мир. И несмотря на такой юный возраст, вы поете в Большом театре. Сам Каре раздает вам мастер-класс. Отчего такой интерес к творчеству Александра Морозова? Пласидо Доминго в 95-м году получил Грэмми как лучший эстрадный исполнитель года. Пласидо Доминго, который записал классическую эстраду, который слушает сейчас весь мир. Поэтому я считаю, и мне очень близок композитор Александр Морозов, потому что я его считаю классиком нашей, не только современной эстрады, но как классика, так как за его спиной стоят такие титаны, как Гаврилин, как Соловьев Седой. И знаете, только время рассудит нас и скажет, что будет классикой завтра. Давайте поживем до завтра. У меня вопрос к Александру Морозову. Александр, на вас лежит большая ответственность за этого исполнителя Николая Баскова. Ведь окунувшись в современную эстраду, классический певец очень быстро может деградировать. Что вы предпринимаете для того, чтобы он не превратился в дешевого исполнителя попсы? Извините, можно, пожалуйста? Я не эстрадный певец. И никак не могу сравниваться с эстрадным искусством, потому что моя постановка, мой голос, извините. Большое спасибо! Браво! Еще один сюрприз, но теперь от музыкального ринга к композитору Александру Морозову. Летела Гагара на вешней заре. Летела Гагара с морского утеса над тундрой сырой. А там на болотах, а там на болотах брусника цела. А там на болотах дымились туманы, олени паслись. Гагара махала крылом. Летела Гагара над мохом зеленым, над синей водой. Дымились болота на теплой заре. Дымились болота, туманились травы, брусника цвела. Закончился прием информации от судей телезрителей по сети интернет. Покажите нам, пожалуйста, что же они решили. Ярослав Евдокимов и Николай Басков выиграли у нас второй раунд.
с разницей в 1 балл. Ну что, впереди у нас 3-й раунд, в котором вступает в игру у нас сам маэстро. Раунд открывает лауреат всероссийских конкурсов Василий Савченко. Встречайте его! Русь добром богата, красна на миру. Строили два брата церковь на Яру, на святом Яру, на светлом Яру. Строили два брата церковь на миру. Заре вечерней, в тишине с утра, в сладком упоении бьют колокола. Морозова, что для вас? Слава, деньги или бизнес? Вы знаете, вот для меня, как для певца, просто нет других композиторов сегодня на эстраде, которые бы писали настоящие песни для народа. Вот, короткий ответ. Закончилась игра на ринге для Василия Савченко. Есть у каждого на свете драгоценный уголок. Как он нежен, как он светел. Детство сказочный мирок. Как он нежен, как он светел. Детство сказочный мирок. Разве сердце позабудет отчий край, родимый дом? Уходя в дорогу люди теплоту хранят о нем. Уходя в дорогу люди теплоту хранят о нем.
Бінунте серветоре, ні мене на стенок. Бабер тиждан все зенхоре, парте айн талпе фок. Де візантем плаврю даде, плаю семіл візитать. Ну ва фіпа карма кретить, де він бун забамба тать. Де він бун забамба тать. Сезен хора, паркаєм танпа фок. Дебі сантем плаврю даде, плаю семіл візитать. Ну а хіба як ми кредить, дебі бунса бамба дать. Дебі бунса бамба дать. Єсть у каждого на свете драгоценный уголок, как он нежен, как он светел, детство сказочный мирок. Спасибо. Вот я смотрю на вас, и вы напоминаете мне Софию Ротару. Но Ротару, как и Пугачева, всегда останутся неповторимыми. Как вы думаете, удастся ли Александру Морозову поднять вас на такой же высокий пьедестал в своей творческой мастерской? В моем репертуаре есть разные песни, и я с удовольствием пою такие песни, которые вам напоминают Софию Ротару. Но я думаю, что это только начало нашего творческого пути с Александром Сергеевичем. Я думаю, что чем дальше, тем больше я буду напоминать вам себя. Сейчас в игру вступают братья Радченко. Снится мне наш старый сад над задумчивой рекой, где так много лет назад вижу маму молодой. Заметает яблонь цвет, стожку тропочку в саду, а в тот сад дороги нет. Что ж опять туда иду? Я лечу туда во сне, я спешу тот дивный сад, может встретиться там мне самый добрый в мире взгляд, что как звездочка дает и мерцает в вышине, словно шепчет мне сынок, возвращайся по весне. Я сюда еще вернусь, Боже мой, мою, низко в пояс поклонюсь и прости, прошу мою. Заметает яблонь цвет, стежку тропочку в саду, а в тот сад дороги нет. Что ж опять куда иду? Братья Радченко на музыкальном ринге.
Мне известно, что некоторые радиостанции прям-таки завалены мешками с письмами для братьев Радченко. Вас самих не удивляет вот такая ситуация? Потому что, как я понимаю, вокальных данных, ну, скажем, таких, как у Николая Баскова, у вас нет. На тип героев-любовников, я думаю, вы тоже не претендуете. Так чей же все-таки это успех? Может быть, это успех песен Александра Морозова, а не ваш? Нет. Это наш общий успех. Все, что вы сказали, это правда. И в игру вступает сам маэстро. Моим родителям я хочу посвятить эту песню. Пожалуйста. На этом ринге сегодня присутствует человек, который много сделал для того, чтобы я появился на этот свет и написал столько песен. Это мой папа Сергей Ильич, который здесь сидит. Надоело до смерти чужое, ах, душа, вот-вот с тоски сгоришь. Снова кличет полюшко ржаное до горбушки деревенских крыш. Да родное ветхое подворье, да колодец старый у плетня, да к святым причисленные двое, мать с отцом родившие меня. Нахлебался горе я до черта, надоело душу распылять. Где ж та деревенская девчонка, что тогда не смел я целовать? Разбежались наши судьбы тропки, разлетелись в разные края. А чего, скажи, с надеждой робкой вновь поет стучусь я, а под окном смородина, а под окном рябина, и вновь обнимет родина и оттолкнет чужбина. И кто-то скажет родненький, ждала не раз любила, и угостит смородиной и сладкою рябиной. Так, закончился у нас третий раунд, и вы, уважаемые судители и зрители, должны нам теперь сообщить, кто из исполнителей в этом раунде вызвал у вас большие симпатии. Передавайте свою информацию, пожалуйста. И кто же у нас, интересно, выиграл его? Да, покажите, пожалуйста, кто у нас выиграл. Александр Морозов плюс Александр Морозов. Ну, что же это значит? А это значит, что наш главный приз, хрустальный скрипичный ключ, мы должны вручать творческой мастерской Александра Морозова. Творческой мастерской, которую сегодня представляли на ринге музыканты двух поколений. И я прошу их вместе с Александром выйти на наш музыкальный ринг. И по традиции, я думаю, мы закончим наш музыкальный ринг, как всегда, песней. Кто с нами? Кто с нами разуется в поле? Кто с нами? Кто с нами по рыхлой земельке? Кто с нами? Кто с нами?